назад. Короче, мы едем в Чайковский сейчас. 4 часа утра. 4 часа утра, сегодня какое? Чё, вообще какое? Тоже. 3 число. 3 июня. Прошло только 40 минут, а Лада уже кушает. А нам еще ехать 6 часов. Привет, давай, это Лада. Здравствуйте, пока. Алина Габова, я вас вызываю на дуэль. За кого? За Пушкина? Беремся. Я не хочу помирать. Давай. Тысяч. И тут такая картинка. Two hours later. Всем привет, я это Гаура. Я начинаю свой видеоблог. Патимейкер. Она патимейкер. Она устраивает все тусы. В стране. Да-да-да. Дурак. Мы приехали в Чайковский. Что это было? Она хочет раздеться. А я кайфую, когда танцую. А я кайфую, когда танцую. Когда танцую, я кайфую. Тут будет проходить.
Приходите, моя фан-встреча, приходите. Так я это выложу, конечно, там может в конце июня, неважно. Приходите завтра, 4 июня. Город Чайковский. Город Чайковский. 5 часов дня вечером. Буэнос Тардес. Надо запекать кого-нибудь. Это наш план. В смысле, за кого? Шучу. Ладно, бибигоны, это бибергоны, это бибергоны, они вообще такие. Ладно, не буду плохого ничего не говорить, вдруг они посмотрят. Вдруг они мои скрыты. А, может, они анти? Да не, мне кажется, они мои фанаты. Кажется, не. Ноги, руки, голова, двигаем туда-сюда, как пружинки под пластинки. Dance, dance, мандаринки, избиваясь, изгибаясь, всем телом расслабляясь. Кто-то кайфует под кокой, как будто бы потока, а кто-то в синем море будет заливать свое горе. Все люди находятся в поисках кайфа. Да ладно, да ладно, да ладно, здесь Соня и Милана, поэтому просто кайфуем от того, что танцуем. А я кайфую, когда танцую, когда танцую, я кайфую. А я кайфую, когда танцую, когда танцую, я кайфую. Кто-то жует, как конфетки, наркотические таблетки, и думает, для адреналина потреблять надо все как скотина. Например, для полного кайфа худеют под Гербалайфом, жрут все, что попало. Но мы совсем не такие. Мы хорошие, мы неплохие. Из глубинки две половинки. Dance, dance, мандаринки. Да ладно, да ладно, да ладно, здесь Соня и Милана, поэтому просто кайфуем от того, что танцуем. А я кайфую. Алинага. Мир рекламы. Красотища какая! Сегодня 4 июня. Следующий день, второй день, да.
по-любому. Уже практически начинаем. Ну да. Это группа Bad Boys и это наш рэп. Наш рэп не фигня. Спасибо, Кэп. Мы собрались выступать, но настигла туча. Очень большая. Из-за этого, возможно, сильный дождь, и может быть гроза, и может все отменят. А должна проходить моя фан-встреча. Здравствуйте, сегодня 5 июня. Мы едем на завтрак. Опять в машине, опять в автобусе. Всем здравствуйте. Мы уже направляемся в город Лысьма. Мы забыли снимать вложек. Вот, все было классно. Кул. Спасибо за поездку, Лада. Спасибо всем за поездку. Ладно, всем до свидания. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на группу. Ну ладно, до свидули.